Скоро эти коробки с сухпайками будут в зоне СВО. Собирали всем Алтайским краем. Предприниматели, общественные организации, представители разных политических партий, а также волонтеры. Поучаствовала в акции по сбору гуманитарной помощи и таджикская диаспора. Помимо сухофруктов, орехов и чая, они подарили УАЗ. Наши предки во время Великой Отечественной войны тоже дружили, победили. Мы хотели на этот раз тоже для победы, общая победа, мы вместе будем, дай Бог, победа на нашей России. Помимо коробок с продуктами, автомобилей, прицепов, дронов, тепловизоров, отослали даже квадроцикл. В общей сложности из Барнаула отправилось 4 фуры с грузом на 80 тонн. Притом гуманитарная помощь пойдет не только в зону СВО, но и в подшефный славяно-сербский район. Огромный перечень, вы видите, всего. И, конечно, самое главное, это именные посылки для наших ребят, которые собирали родственники, да, родные, близкие, друзья. Для ребят очень важно за такое количество километров понимать и знать, что здесь мы, да, мы живем мирной жизнью, да, мы ходим в школу и так далее, но мы про них не забываем. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.